Сотрудники ФСБ накрыли подпольных оружейников, по данным правоохранителей. Сеть подпольных мастерских действовала в 5 регионах России. Подозреваемые модернизировали обычное оружие в боевое, а после сбывали. Обыски были проведены в нескольких областях страны. Челябинской, Тюменской, Белгородской, Ленинградской и Московской. Всего было изъято 116 единиц оружия, 8 гранат, 10 взрывателей. Прикрыли всю подпольную деятельность сразу 12 мастерских. На данный момент проводятся следственные действия и экспертизы.